Добрый день, с вами Планета Авто. Перед вами Audi Q7, 2019 года выпуска, Quattro. Имеет бензиновый двигатель объемом 2 литра на 252 лошадиные силы. Полный привод на КПП. 19-е диски, литые диски, черный кузов. Перейдем к салону. Здесь у нас коричневый кожаный салон. В отличном состоянии, ухоженный, непрокуренный. Имеется панорамная крыша также. На передних сиденьях есть электропривод, электропривод зеркал, электрорегулировка зеркал, электростеклоподъемники, управление дальним светом, мультируль, голосовое управление, климат-контроль, подогрев руля, лепестки, также круиз-контроль. Имеются различные режимы езды, антиюз, парктроники, помощь, спуск в горку, помощь подъема в горку. Раздельный климат-контроль также для второго ряда. Очень хорошая мультимедиа. Также система ABS, вспомогательная система торможения. Автомобиль имеет пробег в 44 тысячи километров.